Всем привет, дамы и господа, леди и джентльмены, приветствую всех. И все здесь собрались, да, конечно, да, с нами. Худеем, флуоксетин, Прозак, он же, как его еще называют? А его больше никак не называют, ну вот он. Что я могу про него рассказать? Могу вам про него рассказать очень... Флуоксетин. С латинского флуоксетинум. Антидепрессант. Один из основных представителей группы селективных ингибиторов обратного захвата серотонина. Антидепрессивное действие сочетается... У него со стимулирующим действием флуоксетин, антидепрессант, один из основных представителей группы селективных ингибиторов обратного захвата серотонина. Антидепрессивное действие сочетается у него со стимулирующим действием, улучшает настроение, снимает напряжение, тревожность и чувство страха. Устраняет дисфорию, не вызывает ортостатической гипотензии. Вам это надо, блять? Нахуя это, блять, я пишу? Вот это вот, вам это, блять, надо, вот это вот, то, что он не вызывает ортостатической гипотензии. Ну я даже, бля, шарю, но, бля, ну нахуй, бля, пиздец. Не вызывает седативного эффекта, не кардиотоксичен, обладает анорексигенным свойством, которое применяется в медицине с целью борьбы с клинической нервной булимией. Все. Я освоил этот урок, я выучился на 5, и, ребята, я вам скажу, мне было сложно считать этот текст, потому что какая-то там гадость, и вам нужно флуоксетин, антидепрессант, у вас депрессия. Смотрите, тут у нас идут две дороги, либо вы хотите похудеть, либо вы хотите повеселеть. Если похудание, то смотрите, про похудание, личный опыт про похудание, сам его сегодня пью, кстати, вот, между прочим, и скажу вам, да, он убивает чувство голода, в то же время и убивает чувство, то есть он убирает либидо. Грубыми словами, вы не сможете долго кончить. Да, вам как бы не хочется есть, вам не хочется есть, и при этом вас стимулирует. Вам, конечно же, да, к сожалению, не будет хотеться мальчиков или девочек, или кого-то там, кто вы там, я не знаю. Вот. Либидо очень сильно падает, зато серотонин, счастье, гормон, повышается очень сильно и просто взлетает. Флуоксетин, я считаю, это лучший, по мне на данный момент, антидепрессант. Разработаны. Вот. Венлоксин. Но тут я удочку просто закину. Венлоксинчик. Это чистая такая пасхалочка. Будет скоро. Другая сторона вопроса. Депрессия. Тут уже сложнее. Потому что... По мне, лучший антидепрессант в России
Это, конечно же, из того, что я пробовал, это в моей практике, это Flow City. Да, просто. Если брать в целом человека в депрессии, то флуоксетин – это то, что доктор прописал. Все, ребята, всем пока. Новый мерч пришел. Ребята, давайте подписывайтесь на канал. Только так мы раскачаем эту лодку фармы. Вы знаете, что за фарму нужно кричать, репостить, биться, драться. Потому что разговоры о фарме, они достойны того, чтобы мы о них говорили. Так что препарат для похудения рабочий, работает, реально работает. То есть как бы, ну, он, да, снижает либидо, это как бы минус. Плюс в том, то, что вы получаете, то есть препарат рабочий, проверено. Вот.